конфеты от 50, от 87 рублей, короче говоря, конфеты стоят. Мишка с Алавой, да, цена вот такая, 324 рубля. Кофе 122 рубля. Что касается сладостей, все есть. Печенье мультизлаковое с отрубями. Щербет арахисовый. Он в брикетах лежит, пожалуйста. Всякие фрутоняня. Значит, я буду по-своему. Соус чили мексиканский. Мясо цыплят 27,90. Вот такие вот желтые баночки. Язык в желе. 95,50. Паштет нежный с гусиной печенью, 20 рублей 50 копеек, Россия. Люди приходят, покупают, каждый находит свой товар, цены вот такие нормальные, адекватные. Кабачки, дочарочки, 73 рубля.
томаты черри, кулаков, пожалуйста. Тушеная говядина 36,90 за банку. Кстати, сделано по ГОСТу. Теперь мы зашли с вами в колбасный отдел, в холодильник. Тут вот есть капуста, морковка по-корейски, рыбка есть, корейка, карбонаты, даже есть грибы, есть шампиньоны, вот они. Шампиньоны стоят 111 рублей. Черкизово 128 рублей. Сосиски. Друзья, мы были с вами в магазин «Светофор», магазин-склад. Это поселок Островцы, Московская область. Все посмотрели, все увидели, какие цены. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал «Иван 273». Всем пока, удачи и берегите себя. Это Московская область. Всем пока.